Всем привет. В общем, вопрос в следующем. Собираются закрыть YouTube, многие уже об этом говорили и не раз, но, допустим, его закроют. Чем ты будешь заниматься? Ну, конкретно я даже не знаю, чем я буду заниматься. Возможно, хотя почему возможно? Скорее всего, посмотрю себе какую-нибудь мыльницу и на основе этой мыльницы начну фотографировать. Есть такие вещи, как TerraBox, есть такие вещи, как Google Диск, куда можно будет потом забрасывать эти фотографии, в принципе. Вот, есть такие вещи, как другие файловые менеджеры. Да, плохо, что нет Flickr, который был раньше. И было намного проще с этим делом, с большим объемом информации. Но, тем не менее, YouTube — это такая площадка интересная, на которой можно было много чего натворить, много чего придумать, много чего сделать. Вот. Креативная площадка. Уходить куда-то там на Рутуб и на Google Диск проще сбросить фотографию, чем, допустим, загрузить что-то в Яндекс.Дзен. Вот. Кому это вообще нужно будет? Вопрос в этом. Вот. Для себя же, ну, полным-полно разных фотоаппаратов, которые можно не обязательно покупать, можно просто попросить у знакомых, просто учиться пофотографировать, пока еще YouTube не закрыли. Там очень много роликов, которые можно скачать по обучению фотографии. В принципе, чем можно сейчас и заняться. Главное, через две буквы S слить роликов куда-нибудь на жесткий, чтобы потом можно было посмотреть каких-нибудь хороших. Вот. Можно, в принципе, почитать в интернете много чего про ISO, выдержку, там, диафрагму и все остальное. Вот. И для себя разобраться. Я думаю, что фотография — наше все. Вот. Будет дальше. Ребенок растет, как бы фотоаппаратов у всех хватает. У многих они просто лежат без дела, поэтому взять у кого-то фотик и пофоткать, поучиться — очень даже таки достойное применение. Этим навыком можно потом будет даже на жизнь заработать, если у кого-то получится развить эту тему. Так что, в принципе, кому было интересно, чем я буду заниматься, я могу сказать. Скорее всего, я буду фотографировать. Вот. Даже не скорее всего, а с вероятностью 99,9. Надо только пройтись по знакомым, узнать, может, у кого-то есть фотоаппарат, который валяется без дела. Ну, как вариант, к примеру. И вперед, в путь. А какие мысли у вас? Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, чем лучше заняться, ну, свободное от работы время, там, от всего остального, как бы эта фотография сблизит вас с ребенком, там, я не знаю, скрепит вашу семью, какие-то семейные прогулки с фотоаппаратом, с хорошими впечатлениями, с фотографиями, которые вы потом сможете показать своим близким, знакомым, там, бабушкам, дедушкам. Вот, порадовать их наличием того, что у вас что-то в жизни да получается. Ну, в общем, как-то так. Пишите свои комментарии. Предлагайте что-то еще. Это почему я злой раньше не был? Потому что у меня велосипед был. Сейчас у меня велосипеда нету. А если бы он у меня и был, то ставить его некуда, к сожалению. Но, тем не менее, фотоаппарат — это какая-то маленькая мыльница, которую можно даже засунуть в карман. А, в принципе, на ту камеру, на которую я сейчас снимаю, навряд ли получится сделать шедевральные фотки, потому что размер матрицы очень маленький, и это все прекрасно понимают, маломальски связанные с этим люди. Поэтому, в общем, как-то так. Нужно искать что-то побольше. Какой-то больший кроп. Какую-то большую светосилу. И все такое. Вот. Этим я и займусь. Всем пока.